Легенду я слыхал в далеком детстве, ни в чем не помню, честно говоря. Давным-давно стояли по соседству мужской и женский два монастыря. Монахам без спиртного было туго, жизнь у монашек тоже не сироп. И вот однажды друг навстречу другу они подземные начали подкоп. Был долг путь до встречи на рассвете, и грустно мне, как тут ни крути, но прокопали женщины две трети. Мужчины только три того пути, и лишь теперь я понял, в чем причина. И оттого я нынче жёлок мор. Теперь вполне понятно, что мужчины копнули два раза, шли наперекур. Сидели дым, колечко не пускали, травя за анекдотом анекдот. Женский хор. А в это время женщины копали и продвигались медленно вперед. Женщины. Да, еще причину укажу отдельно. Я эти штучки знаю на зубок. Мужчины, я уверен, параллельно вели подкоп под винный погребок. Они закрепленные глотали, шутили лишь сова одна не пьет. А в это время женщины копали и продвигались медленно вперед. Спасибо. Потом среди мужчин нашелся кто-то, сказавший: братцы, нет у нас стыда, даешь бесперебойную работу, даешь производительность труда. Соседали и составляли план работ на год вперед. А в это время женщины копали и продвигались медленно вперед. Еще наша